Минздрав. По положению на 0 часов, ровно за медицинской помощью, обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции. По положению на 0 часов, ровно вследствие событий на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью, обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении. 66 человек выписаны после получения необходимой медицинской помощи. 32 пациента продолжают получать медицинскую помощь. У них травмы легкой и средней степени тяжести.